Свой рабочий вторник в Кинешме Станислав Воскресенский посвятил вопросам медицины. И пусть новогодние праздники позади, розданы не все подарки. 25 машин скорой помощи получили учреждения региона. 8 из них предназначены для Кинешемской ЦРБ, 4 для Шуйской, 3 для Фурмановской. Также автомобили уехали в Вичугу, Родники, Иваново, Лух и Палих. Помимо привычных газелей, УАЗиков, буханок, для бездорожья купили УАЗ-профи, переработанный специально под скорой. Именно такие у губернатора просили врачи из глубинки. Наша область, она вся состоит из сельской местности, да и в частном секторе не всегда можно легко и просто проехать, и поэтому действительно нам нужны и задние приводные, то, что мы получили Нексты, потому что достаточно много мы поездок и перевозим пациентов в областную больницу, в НИИ материнства и детства, в госпиталь ветеранов войны, вот, в детскую областную больницу. Естественно, там, чтобы побыстрее, покомфортнее, это «Газель Next». А вот именно для работы в сельской местности, там, где бездорожье, вот именно УАЗы, они самый оптимальный вариант.